Сегодня, 24 февраля, прошли похороны актрисы Екатерины Градовой. Руководству театра «Ленком», где работает и дочь Градовой Мария Миронова, удалось добиться того, чтобы артистку похоронили на Аллее звезд. Там же находится могила скончавшегося 18 февраля звезды служебного романа Андрея Мягкова. Также стало известно, что народу не позволили проститься с актрисой. Оказалось, что похороны Екатерины Градовой закрытые, и прессу на Троекуровское кладбище не пустили. Также и в ритуальном зале этого погоста не стали устраивать церемонию прощания с актрисой. Таково оказалось желание семьи. На похоронах присутствовали родственники и близкие друзья актрисы. Могила Градовой расположена рядом с могилами актеров Валентина Гафта, Сергея Юрского и режиссера Дмитрия Брусникина. Напомню, что Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт в фильме «17 мгновений весны», скончалась 22 февраля на 75-м году жизни от ишемической болезни сердца. А на этом все. Услышимся!